Всем привет, дорогие друзья! Ну и сегодня мы с вами проверим откосы и наполняемость рек после хороших ливней и ураганных ветров. В предыдущем видео вы это все видели. Ну и заодно поговорим, тут много новостей нарисовалось. Ну и все по порядочку. Начинаем мы от железнодорожного Оршинцевского путепровода и давайте пролетим по железнодорожной ветке, посмотрим, что здесь с откосами. Ну вот на первый взгляд все отлично. Посмотрите, травка зеленеет, солнышко блестит и водичка в лотках стоит. Ну где-то уже стекла. Вроде здесь вот на первый взгляд все цело, все хорошо. Но если где-то не замечу и какой-то зоркий взгляд это увидит, пишите в комментариях, минуту будем смотреть вместе. Ну и вот мы пересекаем с вами трассу Таврида, автомобильную дорогу, и немножко вот сейчас в сторону реки Джаджава, в сторону старого парка Керчь-Южный доберемся и там посмотрим, как с водой в Джаджаве. Конечно, вода — это хорошо, дождь, водохранилище наполняются. Ну и вот потихонечку и двигаемся с вами. Многие уже знают, что такой ажиотаж со вчерашнего дня. Начались продавать билеты, открыты продажи билетов на несколько других направлений в сторону Крыма. Так, поезд Мурманск-Симферополь будет ходить один раз в 9 дней. Потом два поезда с Екатеринбурга, один через Челябинск, Волгоград, другой через Казань, будут ходить несколько раз в неделю. Ну и поезд Москва-Севастополь, долгожданный поезд, тоже начнет ходить через день до Севастополя. Ну и открываются еще два города Крыма, куда будут ходить поезда. Это Феодосия и Евпатория. Уже есть расписание, уже есть цена на билеты, плацкартные там от 3,5 и выше, и купейные там 5, от 5, 5 до 5,5, по-моему. Ну и вот, посмотрите, мы к Джаджаве с вами подлетели, наполняемость так ничего, посмотрите, много здесь русел этой реки, и вот сходится в одну, под насыпью, под Оршинцевской веткой протекает. Ну а так вот, видите, вода есть много, питает эту реку дождевыми водами и водами из родников, подземными водами. Ну и вот, гляньте, вот после дождей, а дожди были действительно, всю ночь поливало, и ветер сильный был, вот во многих регионах, пишут зрители, все это дело есть. Ну и вот переток под железной дорогой, это в районе Южного портала, и сейчас мы заглянем на Южный портал, что у нас там. Там огромные откосы, вот сверху-то, конечно, так поверхность нивелируется, а вот если там лазить, то действительно грандиозная работа была проделана. И вот в районе Южного портала там все зелено, гидропосевом побрызгали и угадали, погода как раз была влажная, теплая, и травка хорошо тут взялась. Посмотрите, вокруг все серо, а вот в районе Южного портала все зеленое. Ну и посмотрите, здесь все четко, все отлично, система водоотводов свое дело тоже делает. Ну и вот я все присматривался, контруголок на Джанкойском направлении пока еще не поставлен. Но вот можно предположить, что здесь вот железнодорожные строители возятся, что-то делают, видимо, подготавливают, и в скором времени, наверное, начнут ставить. Ну и вот ограждение, забор весь до конца доделали, вот здесь не был, были прогалы в заборе. Ну а синий забор — это забор строителей. Он так вот кусками, видите, здесь идет, подлежит демонтажу. И вот, если посмотреть строение возле Южного портала, здесь все готово, асфальт, бордюрчики. Ну, просто прелесть. Смотреть. Ну вот, смотрим, контруголок вот поближе. Росжилдор.
Вот люди, видите, занимаются. Нет, уголка нет. Точно нет. Только таманское направление уголок стоит, а вот на джанкойском направлении пока еще нету. Вот, обратите внимание. Там что-то вот щебень раскидывают, подготавливают, наверное. Ну и потихонечку мы, давайте еще разочек посмотрим здесь. И движемся с вами дальше. Про железную дорогу поговорили. Ну и теперь вот тоже поступила информация, что со стороны Краснодарского края будут строить новую трассу, которая соединит Краснодар с Крымским мостом. Потому что с запуском движения по Крымскому мосту трафик на дорогах Краснодарского края в сезон вырос в разы. Сегодня трасса М4 Дон с комфортом доводит путешествующих на юг, но только до Краснодара. От кубанской столицы до моря там порядка 250 километров еще. Но в Сочи ведет трасса Джугба-Адлер, которая сейчас в приличном состоянии. А в сторону Новороссийска, Анапы и Тамани есть две дороги. Они, конечно, постоянно ремонтируются, и в принципе качество покрытия на них неплохое. Но самая большая проблема их, что они в основном двухполосные, по одной полосе в каждую сторону. И идут через населенные пункты. Ну вот мы подлетели с вами к путепроводу, как раз вот трасса Таврида, здесь отличная дорога, 4 полосы. Ну вот посмотрите, здесь вот Джаджава переток под железной дорогой. Пока заперта вода, там что-то вот, как вы уже увидели, в тоннельчиках какие-то работы идут. Вот он, путепровод через Тавриду, 200 с небольшим метров. Ну а это, собственно, сама Таврида. Вот ее качество, видите, 4 полосы. Ну а там, да, вот через населенный пункт идет. Даже в низкий сезон нужно потратить там полдня, чтобы доехать от Краснодара до Тамани. И выехать уже на современный скоростной 40-километровый подъезд к Крымскому мосту. Там, да, хорошая дорога. А летом автомобилисты и день могут ехать, собирая все пробки. Ну, уже объявлен тендер на первый этап работ по строительству новой трассы. На 68 километров из федерального бюджета будет выделено 59 миллиардов рублей. Стоимость сети трассы протяженностью 119 километров оценивается почти в 100 миллиардов рублей. Ну там уже участками где-то ее реконструируют, эту трассу, где-то будет новое строительство. Ну и подрядчика должны выбрать до конца марта. Сначала хотели реконструировать старые дороги, но после подсчетов оказалось, что дешевле построить новую. Ну, конечно, там вот за населенными пунктами вывести и построить там вообще никаких проблем, меньше хлопот будет с выкупом земли и с другими вот такими организационными вопросами. И обещают эту трассу построить к 2022 году. И представляете, вот Таврида будет построена, и эта трасса будет подстроена, и будет какая шикарная трасса Севастополь-Краснодар. Ну и, соответственно, Севастополь-Анапа-Новороссийск. В районе хутора Белый, может быть, будет, как там пойдет новая дорога до Краснодара, мы еще пока не знаем. Вот проектирование расходится на Краснодар и на Анапу. Ну и будет, я думаю, шикарная дорога. Ну а вот мы подлетели с вами к Аршинцевскому путепроводу, откуда начинали, и заглянем вдаль. Вот такие здесь красоты, полюбуйтесь, понаслаждайтесь. И до новых встреч с вами, дорогие друзья. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Кому понравилось видео, а кому не понравилось, сделаем то же самое. Всего вам хорошего, до свидания.